Здравствуйте. Хочу сделать обзорчик на БАДы, которые у меня были в посылке номер 2 за декабрь 2016 года. Довольно такой большой наборчик БАДов. В основном большинство я БАДов принимала. Про те, которые я постоянно принимаю, мне легче всего рассказать. Некоторые я только начала принимать, впервые принимаю. Вот, сейчас я расскажу сначала то, что я на постоянной основе принимаю. Здесь у меня, например, вот валерьяна. Вот такая вот... Я ее беру уже, наверное, третий раз. Она все время в разных баночках приходит. На сайте она просто в белой баночке. Потом она приходила в оранжевой маленькой. Теперь побольше такая. Она не полностью наполнена. Здесь 530 мг в одной капсуле. Это большая вместимость, потому что та валерьяна, которая у нас продается в аптеке, она где-то в половине упаковки столько имеет. Полупаковки, я считала, что там, по-моему, в одной таблетке. Вот эта валерьяна, она, конечно, большую вместимость имеет в одной капсуле. То, что у нас в аптеке, конечно, слабовато. Но при этом все равно здесь рекомендуемая дозировка 4 капсулы за раз. Я принимаю одну капсулу, ну, бывает две капсулы, она хорошо успокаивает. Перед сном мне нравится ее принимать, когда я чувствую, что не в одном глазу, а уже пора давно как 2-3 часа спать. Вот, поэтому я могу рекомендовать эту валерьяну. Я не помню, брала ли я других марок, я думаю, они не хуже, качество очень здесь хорошее. Хорошее имеет седативное действие, успокаивающие нервы. Слышала такую информацию, писали мне под видео, что валерьяна может расслаблять сердечную мышцу, но я не знаю, возможно так, я не спорю. Ее, если курсами принимать, то можно, в принципе, по 2 недели принимать, например, в больших дозировках. А периодически, то я думаю, если одну капсулу на ночь для успокоения нервов или когда там какое-то перевозбужденное состояние, то как бы 2 капсулы. На постоянной основе, как бы, ну, не знаю, наверное, есть такая информация, что, возможно, может расслаблять сердечную мышцу. Ну, надо прислушиваться к любой информации, которая поступает, поэтому я не спорю с этой информацией. Затем здесь еще у меня, я наконец-то заказала глюкозамин хондроитин комплекс 21 век. Сейчас на него заканчивается, до среды идет акция 20%. Редко на эту марку делаются какие-то скидки, потому что она и так по приемлемым ценам идет, поэтому очень редко бывает. Это 120 таблеток здесь, глюкозамин хондроитин комплекс с МСМ. Я его уже много раз заказывала. Для лечения суставов он подходит, для профилактики всевозможных заболеваний костей, для хрящей хондроитин, глюкозамин хорошо идет. Ну, нормальный состав здесь, конечно. Получается, здесь у нас глюкозамина 1,5 грамма. И вместе идет как бы общая такая смесь 1250 миллиграмм. Хондроитин на первом месте, МСМ, гидролизированный коллаген, босфелия, она противовоспалительная, витамин С для усваивания всех вот этих компонентов и гиалуроновая кислота. Вот. И босфелия 100 миллиграмм, написано, что здесь есть. Но сейчас такая как бы появилась радостная новость. На Хербе появилась от марки Solaray, я еще, кстати, этой марки ничего не заказывала, появился вегетарианский глюкозамин хондроитин комплекс. Ничего подобного я не встречала на Эхербе. Там очень хорошая цена, даже он дешевле стоит вот этого. Поэтому я оставлю ссылочку на него. На вот этот оставлю, 21 Century. Это тоже глюкозамин хондроитин комплекс. Я оставлю ссылочку на вегетарианский глюкозамин хондроитин от Solaray, тоже марки. Новинка на сайте iHerb, тоже, я думаю, не хуже действует. Я так поняла, что его делают из морских водорослей, там вот такой состав вот этих вегетарианских капсул обычно. Вот. Так что заболевания суставов и костей, я принимаю 2 таблетки в день. Вот этого препарата. Если так принимать, тут рекомендуется, ну, 2 таблетки рекомендуется принимать, то хватит на 2 месяца, если одному человеку. Еще постоянно, из постоянных заказов я заказываю кверцетин постоянно. Этот кверцетин от МРМ самый такой оптимальный, из которых я пробовала. Здесь 500 мг в одной капсуле. Достаточно одной капсулы бывает, если несложные такие, как бы нету аллергии какой-то сезонной. А просто там аллергия на пыль какая-то домашняя такая, ну вот риниты аллергические, она хорошо справляется. Ну, если, например, слабовато вам действует, пейте 2 капсулы, пробуйте. В зависимости еще там, наверное, от веса зависит, от состояния. Поэтому кверцетин, он очень хорошо подавляет аллергическую реакцию. На банке еще написано, что лечение простаты и почек.
Так что я всегда рекомендую кверцетин. Да, там на сайте есть еще другие марки кверцетина, но они будут меньше вместимость в капсуле. Если вам надо не сильно большой или для ребенка, то можете поискать какой-то другой, конечно, кверцетин. Я перепробовала почти все виды кверцетина, которые были, и от Now Foods, ну, в принципе, он хороший, он идет с бромелайном. Только один был кверцетин, который мне не помог. У него там вместимость 1 грамм в одной капсуле, одной таблетки. Я его брала, думала, что хорошо, что в одной таблетке такая вместимость. Ну, вообще нулевое было действие. Вот. Я вообще удивилась, когда я искала противоаллергические препараты на iHerb. Ну, прочитала, что кверцетин хорошо работает для этих целей. Но я как-то даже, честно говоря, уже все перепробовала. Гомеопатию тогда перепробовала, там, ну, несколько лет назад было. И случайно обнаружила, что и пила кверцетин, как написано на банке, одну капсулу 3 раза в день. Ну, то есть одну капсулу пила за раз. И сильно так не чувствовала такого эффекта. Ну, потом решила выпить две уже напоследок, уже заканчивалась у меня эта бутылка. И, о чудо, наконец-то у меня прояснилось в голове, перестала вот это чесаться нос, перестал, и я для себя открыла кверцетин. Потом я еще поискала информацию, нашла, что где же кверцетин вообще содержится. Ну, он вообще в кожуре в большом количестве содержится, всяких фруктов, овощей, чего, конечно, мы не едим такое количество, чтобы набрать вот 500 миллиграмм кверцетина, именно самого вещества. Но легче всего его получить в луке, то есть вы можете или есть лук в большом количестве, что невозможно, или просто заваривать луковую шелуху. Вот, просто берете горсточку там с одного-двух луковиц шелухи и ну, моете это все, завариваете кипятком и пьете этот настой. И, кстати, много есть там всякой информации, что он там и при артритах, и при заболеваниях суставов очень хорошо обезболивает вот этот луковая шелуха именно. Ну, заслуга это кверцетина, содержащегося в большом количестве в луковой шелухе. Заказываю постоянно на постоянной основе. Ну, несколько раз уже, наверное, третью банку заказываю. Стоят эти мультивитамины 4,95. Их тут немного, 30 всего капсул вегетарианских. Это California Gold марка. Очень хорошая марка. Я заказываю этот комплекс витаминов, потому что я принимаю кальций и стараюсь вместе с кальцием принимать витамин К2. А здесь есть К2 витамин, как раз в нужной мне дозировке. Здесь витамина К2, именно кинона 80 микрограмм. Это как раз дозировка дневная витамина К2. Витамин К2 нужен для того, чтобы кальций, который у нас в организме, излишки кальция, а они есть, поверьте мне, и они могут откладываться, кальцинировать сосуды. И вот как раз витамин К2, он очищает сосуды от излишков кальция. Я еще нашла там витамин К2 просто отдельно, там $5, по-моему, стоит банка, и 100 капсул или 90. Вот, ну, просто вот на тот момент я взяла еще, чтобы заодно и мультивитамины какие-то, и тут и йод есть, и магний есть, ну, в небольших количествах. Здесь, кстати, вот эта добавка, она идет по акции, если впервые вы там можете вообще ее за низкую стоимость приобрести. Я, так как повторно, я беру за 4,95, но эти витамины, они хороши тем, что они не имеют завышенной дозировки витаминов, поэтому часто витамины на сайте там спортивного плана, они завышенные, некоторые боятся. Ну, поверьте мне, что не все витамины прям усваиваются. Здесь еще в этом комплексе есть и лютеин, и инозитол, ну, лютеин для глаз, ликопен. В общем, фитокомплекс еще даже входит. Имбирь здесь, куркума, кайенский перец. Ну, мне подходят эти витамины. Вот как раз этот кальций, магний, цинк комплекс. Вот я поэтому К2 беру. Есть, кстати, на сайте от Солгар марки, хорошая тоже марка, кальций, магний уже с витамином К2. Продуманная дозировка, то есть все очень хорошо продумано. То есть есть, ну, это не информация не с воздуха, поэтому есть даже комплексы, они как подороже просто выходят, что если вы хотите принимать кальций, магний, то они уже есть, бывают с К2 внутри. Поэтому не надо отдельно витамин К2 покупать. Ну, пока я вот так вот себе компоную. Нашла я тут, конечно, такие большие таблетки у этого кальция, магния, цинка, здоровые такие. Получается, кальций, магний, цинк с витамином D для усвояемости. В составе здесь витамин D 800 международных единиц, но это в трех таблетках. Кальция 1 грамм, магния 600 миллиграмм, цинка 15 миллиграмм. И здесь есть еще медь. Я хотела как раз медь пропить 1 миллиграмм. Медь нам нужна для волос, если волосы выпадают или седина появляется, это нехватка меди.
Медь, она вообще очень, при ее нехватке очень могут серьезные быть проблемы со здоровьем, поэтому мы часто там на нее внимания не обращаем. Вот, я поэтому медь, по-моему, дневная дозировка 1-2 миллиграмма. Ну, здесь нее немного, потому что я, например, пью 2 капсулы, 2 таблетки в день, они такие большие, даже их тяжело проглотить. Вот этого кальция магния. Магний я вообще принимать ее где-то 500 миллиграмм в день. Ну, тут 600 миллиграмм в 3 капсулах. То есть я получаю чуть меньше 500. Даже достаточно для постоянной, на постоянной основе, если вы пьете магния, 250 миллиграмм. Ну, кальция грамм в день нормально. Для костей, для всего. Ну, в общем, магний он тоже хорошо, если есть какие-то судороги мышечные, нехватка это магния, головные боли, мигрени, это тоже нехватка магния. Ну, тоже нормально он пошел, просто таблетки большие, единственное, здесь такие 3 в день дозировка, здесь их 250, хватит надолго, недорогой тоже комплекс. Ну, эта марка вообще хорошая, Natura's Life, я брала этой марки и магний. Магний я пью не обязательно в хилатной форме, все равно он действует. Я как-то так еще, ну, пишу, что лучше, если вот вы хотите магний, почитайте, какой вам лучше. Ну, многие любят цитратный, кто-то любит хилатный. Ну, я пробовала, даже брала препарат во всех формах, там магний был и хилатный, и цитратный. Все, он хорошо работает. Такой у меня еще наборчик, вот мультивитамины с К2 и кальций, чтобы чиститься сосуды. А К2 очень хорошо помогает чистить сосуды. Еще это К2, его как раз добывают из соевых бобов, поэтому еще есть в дорогой форме он. Вы можете натокиназы найти, такой препарат есть, фермент натокиназы. Ната — это такие бобовые, из которых ферментируют их и делают, выделяют ната, такое как бы вещество. И оно очень хорошо тоже чистит сосуды, холестерин понижает. В общем, это холестерина тоже чистит. Так, и из нового в этой у меня посылочке. Вот эта марка MRM, я еще от нее заказала Digest All IC. Это, получается, пробиотики и ферменты. Я хотела пробиотики взять, и ферменты у меня заканчивались, поэтому я вот заказала вот этот комплекс. Здесь надо 1-2 таблетки с едой принимать. Они еще, вот здесь есть такие ферменты, которые подавляют бактерии, которые газообразование, метеоризм вызывают. Поэтому здесь хороший состав, есть много пищеварительных ферментов, и есть еще всякие лактобактерии, бифидобактерии. Очень хороший такой состав. Ну, я пробовала его принимать, нормально вроде как действует он. Если переешь там или какую-то тяжесть такая, ну, вроде как хорошо помогает, нормально все обошлось. Вот, пока принимаю, когда вспоминаю. Кстати, о ферментах, они, если их принимать с едой, то они как пищеварительные ферменты работают, они просто помогают усвоится там пища, которую вы принимаете, которую вы едите. А если их принимать на голодный желудок, ферменты, то они работают как чистка. Они вычищают, они как бы очищают органы, как их называют еще, я читала, что как скальпель такой. То есть, если есть какие-то опухоли или еще что-то, вот эти пищеварительные ферменты, их можно не обязательно с едой есть, можно в промежутках еще. Тогда они работают как очищение организма от всевозможных новообразований каких-то, ну, которые мы даже, может, не подозреваем вообще, они очень хорошо это делают. Поэтому я к ферментам хорошо отношусь, пищеварительным. И, кстати, даже хотела пропить как раз их вот так вот в промежутках, не как для еды. Вот. Так что нашла вот этот опять от МРМ комплекс. Я еще брала у них тоже, по-моему, я до этого тоже брала какие-то ферменты. Но их надолго хватает, потому что не все время я их принимаю, не на постоянной основе. Биотин заказала 5000 микрограмм. Биотин, я так знаю, вроде его где-то дневная норма 5 грамм. Как раз хватит. Я его заказала для костей. Ну, это как группа витаминов В. Она не помешает и для нервов там хорошо, и для волос, для ногтей укрепления. Ну, пока еще не заметила, мало принимаю. Потому что осенью сильно сыпались волосы. Ну, у меня как-то все время так бывает осенью. Я поэтому усиленно как бы занимаюсь, спасаю волосы. Ну, как бы сейчас нормально, растут новые, ну, биотин не помешает. Заказала биотин. Я еще читала там на сайте очень хороший отзыв про биотин.
он, если его принимать в больших дозировках, то вот какие-то там серьезные заболевания у человека, я не поняла, какой там диагноз, но был сильный дискомфорт в голове, и он сам для себя нашел, никакие медикаменты ему врачи не помогали, и вот он для себя сам нашел, что биотин там в больших дозировках, он пьет чуть ли там не каждые 2-3 часа, очень сильно ему помогает. Я пью в маленьких дозировках одну таблеточку, капсулу в день. Здесь написано, что для лечения волос, кожи и ногтей. Вегетарианские, веганские капсулы. Вот эта марка Healthy Origins очень хорошая. У них есть и спирулина, и хлорелла, водоросли, и всевозможные еще добавки очень классные. Качество тоже мне нравится. Цена и качество у них хорошие. Но они не сильно дорогие, не сильно дешевые, что-то такое среднее. Кошачий коготь. Это Cat's Claw, препарат от No Foods. Это кошачий коготь. Он хорошо для иммунитета работает. Унедегата еще его называют, такая травка, она работает на уровне как паударка, работает для иммунитета хорошо, ее можно в сам уже период простуды, гриппа пить просто в удвоенных дозировках, если здесь рекомендуется 2 капсулы в день принимать, то во время простуды там желательно каждые 2 часа где-то по 2 капсулы, наверное, принимать, я думаю. Ну, тут рекомендуется, возьмите 2 капсулы 2-3 раза в день. Я сейчас для профилактики принимаю, 4 капсулы в день я принимаю, и еще какую-то часть надо оставить на потом, на всякий случай, скажем так, потому что подарка я тоже принимаю курсом, и потом я уже оставляю себе в банке, чтобы на случай какого-то вируса начинаться какое-то недомогание, типа гриппа или еще что-то. Я еще вот этот кошачий коготь не проверяла. Еще мне, кстати, там кто-то говорил, что он хорошо борется с циститами у кого там, вот инфекции вот эти, инфекции мочевыводящих путей хорошо очень лечит. Как антибиотик, короче, он работает, поэтому его сильно на постоянной основе, наверное, не надо, но некоторые даже принимают его на постоянной основе, потому что он хорошо понижает давление и просто пьют в маленьких дозировках, я читала в отзывах, по одной капсуле, и очень хорошо себя чувствует, придает энергию, силы. Этот Унедегато, он изучался, и он хорошо еще противоопухолевое действие имеет. Ну, в принципе, как и все такие препараты, которые для иммунитета, они очень хорошо борются с плохими клетками в организме. И еще из интересных препаратов у меня здесь Уваурси. Это давно я хотела заказать. Это, получается, у нас называется толокнянка. Для профилактики циститов тоже оно помогает. Получается, как антибиотик его принимают. Можно даже принимать как антибиотик. 3 капсулы 2 раза в день рекомендуется. И ну, где-то пишут, что даже что за 10 дней, если какие-то осложнения, там какие-то какие-то хронические есть инфекции мочевыводящих путей, он очень хорошо лечит и почки, и мочевой пузырь. Поэтому за 10 дней у него действие как антибиотиков. То есть боли снимает за несколько дней. В принципе, это такой природный антибиотик. У нас он называется толокнянка. Есть, конечно, там и противопоказания на эту толокнянку, но некоторые люди, он спасительное действие имеет на них, поэтому надо проверять, конечно, на себе. Кто-то пьет по одной капсуле, кто-то по 3 капсулы 2 раза в день. В общем, каждый выбирает свою дозировку. Здесь дозировка в 3 капсулах 1 грамм. 440 миллиграмм Уваурси. Обратите внимание на вот эту толокнянку, Уваурси препарат. Если вы страдаете циститами или заболеваниями почек, пропейте курс вот такой. Здесь кто-то пишет, что бьет по 10 дней, раз там в квартал. Ну, в общем, очень видела много вариантов. Каждый, наверное, для себя сам решает. Кто-то, может, действительно лучше что-то знает. Я решила пропить по 2 капсулы 2 раза в день. Ну, всю баночку выпить, как курсом, для профилактики тоже это не помешает. Он, кстати, у кого отечности, он хорошо выводит излишки воды, то есть как немножечко, видимо, у него есть как мочегонное действие. Вот. Ну, я сильно такого ничего не заметила, нормально я принимаю их, нормально себя чувствую, никаких побочных эффектов нет. Вот. Кошачий коготь тоже такой сильный, начинайте его с одной капсулы, потому что у некоторых может быть какая-то такая тошнота, на голодный желудок я бы его не рекомендовала, лучше пейте его с едой, потому что мне нормально, но я слышала, что бывает как тошнит, я связывала, что это вот именно кошачий коготь может такое давать. Ну, вот такой у меня был обзорчик БАДов.
которые у меня были в посылочке за декабрь, предновогодние посылочки, такое, скажем так, обновление моей коллекции БАДов, потому что мне спокойнее, когда у меня побольше всего есть, поэтому постоянно занимаюсь своим здоровьем, и вам советую заниматься здоровьем, но ничего я не советую из того, что я принимаю, это я просто рассказываю то, что я принимаю, это не, ну, не руководство к действию, потому что я на себя такой ответственности не беру, кому-то что-то советовать, я говорю за себя. Я все пробую на себе, никаких я претензий никому никогда не предъявляю, никого не спрашиваю сильно советов, читаю просто информацию про растения, про какие-то БАДы, про дозировки, подбираю для себя, если что-то не работает, я там увеличиваю дозировку, что-то, если сильно работает, уменьшаю дозировку. Мы все, ну как, индивидуальности, у нас надо к себе иметь индивидуальный подход, тем более к своим детям. Я вот не понимаю вопросов, когда начинают интересоваться, что лучше заказать детям. На это надо потратить часы, там, месяца, годы, изучать это все. Вам никто не подскажет за ваших детей. Ну, это, скорее всего, вопросы такие, если и задают, то чтобы ответственность какую-то, наверное, перенести на того, кого спрашивают. Поэтому я не эксперт, я просто рассказываю то, что я принимаю, и без некоторых препаратов я уже не представляю. Вот как герцетин, он, конечно, очень мне помог. Этот препарат я его постоянно заказываю. Зимой меньше, летом больше надо его, потому что уже когда много пыли, пыльцы. Вот, это все проверено на себе. Некоторые препараты я просто экспериментальным образом заказываю, некоторые, как биотин. Я просто знаю, что он нужен, как его проверишь. Каких-то изменений таких сильных я пока, например, еще не вижу, ни по волосам, ни по ногтям. Ну, я еще, кстати, пью комплекс витаминов В, большой такой комплекс, хороший, и биотин, как бы, правильную дозировку, потому что биотин может встречаться где-то, например, там в мультивитаминах, но ну, маленькой дозировке. Правильная дозировка где-то для взрослого 5-10, некоторые пьют даже грамм в день. Так что, ну, такой обзорчик. Спасибо за внимание, спасибо, что выслушали. Спасибо, что используете мой купон SJS024 на сайте iHerb. Спасибо за внимание. Всем здоровья, до свидания.